Следующий изотермический контейнер, про который хочется вам рассказать, это фирменный контейнер, фирмы Dometic. Это очень известная европейская фирма, которая производит оборудование для автодомов, для кемперов, для яхт и прочего там, мобильного такого использования. Вот. В том числе они производят вот такие вот холодильники, термоконтейнеры. Вот. Данная модель уникальна тем, что она сделана из очень-очень прочного пластика. Вот. Очень толстый, очень прочный. На этой модели можно сидеть, например, использовать ее в качестве стульчика. Вот. Ей ничего не будет за это. Вот. Данная модель вот будет удобна, я думаю, что рыбакам. То есть на зимней рыбалке ее можно использовать. Туда можно положить там, живца, допустим, ну или те вещи, которые нужно, чтобы не заморозились. Вот. И плюс его использовать можно как сидушку. Вот. Очень качественный, фирменный изотермический контейнер с гарантией. Объем его 13 литров. Стоит 3900 рублей.